Всем привет, дорогие друзья на Телегоне. Сегодня мы продолжаем походить игрушку зомби против растений. Ну что, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем приятного просмотра, а мы начинаем. В прошлой серии мы прошли 5 уровней, сегодня тоже 5 уровней пройдем, и все будет четко. Можно сказать, мы уже пройдем сегодня этот эпизодик. Ого, у нас новый зомби появился. Падла, да? Да. Блин, да, по всех инфа есть, да? Да, нужно его сначала еще есть. Так, давайте пятчик возьмем. Так, ну, по старой тактике будем действовать, в принципе. Ничего нового не будем делать. Да, только пятчик у нас появился. Будет больше возможностей. А так, старая тактика. По-моему, она тут актуальна. Не будем ее менять, она прекрасная, нормальная. Так что, наверное, будем ее проходить. Ну, пройдем этот эпизод с этой тактикой, в принципе, попробуем. Тактика же сама действительно неплохая. Куда мы сюда будем стоять? У нас 3 подсолнуха, но это очень мало. Нам нужно как минимум 10 подсолнухов. Так, уже 4 подсолнуха. И кабачок, бац! И нет зомби. Прекрасно, дорогие друзья. Так, тебя сейчас взрываем. Какой взрываем? Прижимаем. Ну, уже 6. Уже 6, пацанов. Да, это уже хорошо. Так. Блин, до сюда давайте. Так. Все, давай, иди отсюда. Что тут ходит, мне тут портит настроение мое. У меня очень сегодня хорошее настроение, дорогие друзья. Такая музыка классная, игра классная, все очень классно, все очень весело. Так, надо нам уже, мне кажется, расставлять наших грохострелов тайных. Это что-то у нас? Ставим подсылков, да, отбиваемся кабачком. Как сказать, это как-то не очень. Давайте на одного накопим. И... все, на одного накопили. Прекрасно. Так, оставим дальше пацанка. Так, ставим сюда, получается. Так. Прекрасно, уже 2 у нас. Тайные грохострелы. Все окей. Так. На воде больше не буду ставить. Так. Ну, проваливай. Всё. Так, проваливай. Нет, у нас тут прям все шикарно, да? Блин, реально очень жестко у нас тут. Просто по максималке. Блин, нас тут как бы там не очень дела идут. Пока пусть будет. Пока что просто копим. И волна у нас начинается. Так. Берем тебя. Ставим сюда. Все прекрасно. Ну-ка смотрим. Ну, думаю, пацанков нам уже хватит. Достаточно. Вполне себе.
пока что просто копим. Так. Гахострелы тройные. Опа. Вот для этого нам пятчики нужен. Для таких дел. Неплохо, неплохо у нас все пока что. Хорошо даже. Стеновехи пока что не надо менять. Хорошо. Так, солнышки собираем. Из-за того нитка прекрасно. Собираем подсолнухи. И ставим на сужиды. Да, после горошины просто летят во все стороны. Это очень хорошо. Блин, это идеальная тактика. Это вообще топ тактика. Считаю так. Кто со мной согласен, просто лайк ставьте. Так. И все, расставляем нашу оборону. Боже, я на протяжении всего ролика буду просто находить эту тактику, ведь она реально... Не, я, кстати, не украл, я сам ее придумал, если что. О, золотая монетка, нифига себе. Последняя волна, так, приготовились. Все. Так, сразу же кто-то... Опа, едет. Быстрый пятчик и сжигаем. Блин. Так остался. И забираем мы. Ой, мы получаем очень интересное растение. Мы получаем шипы. Ну, они тоже как бы могут помочь. Почему бы нет, так сказать. Да, тут как бы они тоже не помешают нам вполне себе. Так. Пока что будем стрелять только так. Потому что мы думаем. Сначала сложное самое. Потом уже там будет легко. Пусть очень долго идет. А то вон, чем дольше этот... Сам первый зомби, это как бы он, если он быстро умрет, значит он ускорит волну. А так будет долго-долго идти, и пока что, видите, луки вот так. Мы успеем много поставить подсолнухов. Сейчас уже скоро второй будет, да, вот я говорю. Ага, у нас теперь нет этих... Плохо будет. Будет очень плохо без стен орехов. Зря шипы, наверное, взял. Блин. Ладно, посмотрим, как с ними будет вообще. Ну хорошо, ну хорошо. Хотите войну, зомби? Я вам устрою войну. Так. Блин, нам бы 8-й слот вообще бы не помешал, прям реально. Давайте вот это купим 8-й слот после этой каточки.
Блин, реально надо обязательно купить 8-й слот. Без него вообще как-то не очень играется. Да, я там думаю, справиться вполне себе. После этой катки реально надо купить уж 50. 800 вытеснили, блин, без него очень сложно играть. Но сейчас будет уже первая волна. Силы 3. Выставляем нашего барана. Золотая монетка, прекрасно. Так. Берем пацанухи наши. Берем. Так. Ну и шипами тоже, конечно, неплохо, но... Ну ладно, ну ладно. Я думаю, ну, что-то не так. Кого я взял вместо шипов? А стены ореха не взял. Плохо. Может, наступает первая волна. У нас уже тут оборона как бы состоит. Не совсем слабая. Тут достаточно сильно. Ну да, я не чувствую эту волну. Это фигня. Это, этих я бы взорвал. Друзей. Какие друзей? Противников. А, ну, окей, нормально все. Да, иди отсюда. Все в порядке. Просто в полном порядке все. Все, пацанов больше не доставляем, нам хватит столько. Вполне себе. Опа. Я даже не знаю, что делать, не знаю, может умрёшь, нет. Ладно, надеюсь, ты умрёшь. Более как... Не буду лишь унести солнышко на кабачок тратить, если что, потом уже холодно. Да, все его прихлопнул, давай, все. Еще монетку нам принес. Вот это респект, это респект. Выставляем сейчас. О, сейчас уже будет вторая волна. Все, шипы расставили по максималке, хватит их нам уже. Ставим. Ну да, без стенарегов тоже, кстати, неплохо, вам там действительно скажу. Стенарихов реально не так уж и прям сложно выживать. Я говорю, начало самое сложное, потом уже все нормально будет. Ну все, тут по максималке прокачано просто. Почти что. Так. Берем солнышко. Так, хорошо. И последний. Нам остался тут. Тройник построил, все будет окей. Так, 200 солнышек. 225, 250. Так. Все. Ну, не знаю, можно типа после наблюдать, что ли. Что у нас будет тут уже волна. Все, что ли? Да, я думаю, все. Да просто все шик.
А, кстати, кто не знал, у меня, я это, на каникулы ушел. Все, у меня каникулы. Роликов будет очень много, ребят. Все очень будет очень круто. Так что этим. Готовьте там чаечек, там печенюшки, годовой запас сразу же, потому что ролика будет просто куча. Мой график 2 через 2, типа, ну, вроде как туда, вот, вот так снимаем, примерно. Бывает, и, конечно, по-другому, бывает с задержкой небольшой, а так все нормально. Вот так всё сделаю. Так, на взорвется. После объявляем за бешеным забивом. Ну. Мне так сколько все. И мы получаем новое. Это не крестение, конечно, но пенек, пенек. Ну, дерево это же растение. Ну. Или, ладно, все. Пенек, к сожалению, я, наверное, не буду использовать. Да, я его не буду использовать, ребят. Я добавлю солнышко, я добавлю тебя. Тебя я уберу. И погнали. Блин, пятый слот. Я забыл 8-й слот купить. Ладно, давайте я тогда сейчас куплю и вернемся к ролику. Ну вот, друзья, я и купил 8-й слот. Вот теперь, как я хотел. Стенорех тут есть. Шипы есть. Но извиняюсь, что пенька... Пенек дерьмо, ребят. Он реально дерьмо. Он в нашей тактике просто вообще бесполезен. Зомби уже погнали, побежали к нам. Ну да, без мины как бы кабачок вполне себе справляется. Давай, иди же, зомби, давай. Я прям наблюдаю, что кабачок прям его прихлопнул. Давай, прихлопни, и... Сейчас так посмотри, таким взглядом. И... Ну просто красавчик, просто реально мега респект. Получается прям как я и хотел. Да, вот именно так я и хотел. Это просто бомба. Я хочу сейчас первый ряд, конечно, уже достроить до конца. Все, до фула сделан. Просто прекрасно. Давай. Все, прихлопнул. Как говорится, солнышек много не бывает. Так. Зомби уже на шипы попался. Хорошо очень. Я очень доволен, видите? И он откинулся сразу же. Давайте тогда накопим на одного у нас уже. Много стрел, все. Чтобы было спокойно. Туда-сюда. Так, на удечу надо. Пацаны, если что-то их очень мало все равно что-то. Слишком мало, я прям чувствую, как мало их, боже.
Давайте и последний, и ставим. Да и можно? А, да, можно. Хорошо. Ну, вот. Вот пока что я доволен. Пока что все хорошо. Пока что все прям прекрасно. Солнце, правда, надо побольше. Вот будет у нас еще плюс 3 подсолнуха, да? И будет все прям хорошо. Ну, пока что, думаю, пока что и так справляется. Ну, поволночилась, но еще как бы ничего такого и нету. Так. Тут больше земли. И... Вот, противный звук, ненавижу тебя, падла. Нет. Фух, я думал, у нее перепрыгнет и все нам кранты. Но все обошлось. Все обошлось. Это очень классно. Ну вот, сразу же больше солнышек стало, сразу же больше возможностей стало. Вот когда у меня появилось вот 8-й слот, прям все идеально стало. Да, можно было, конечно, пеньки еще поставить туда-сюда, но... Я не богатый репачу, чтобы иметь столько много солнышек. Тем более, у нас все-таки все хорошо. А 9-й слот стоит 20 косарей стоит. Охренеть. Ну это... Он точно стоит своего? По-моему, это слишком дорого. Да заколебал! Чё такое он часто приходит? Вот час охренел. Быстрее, 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 быстрее. И пока. Надоел. Да ты надоел! Кабачок, алло! Фух, я думал, кабачок... Фух, я думал, кабачок меня подведет. Но он меня не подвел, красавчик. Все, окей. Где? А, ну ладно, окей, хорошо. Блин. И мы получаем новое растение. Ну, это большой, большой стенорех. Погнали, 9-й левел, уровень. Ну, тут уже... Да, да, да. Не вижу проблем. Просто... А, пенёк, зачем я тебя взял? Случайно. Что? Так, все, погнали. Теперь у нас будет побольше. Так сказать. Защиты. И меньше было свободного. Я бы не знаю, что я буду тут 8-го слота бы делал вообще. Кабачок такой серьезный. Пусть. Вот кабачок это те, кто не поставил лайк и не подписался на канал. А вот подсолнух это тот, кто поставил лайк и подписался на мой канал. Видите? Все радостные, кто подписан на мой канал. 99% точно радостные люди. Веселые. Так. Пусть идет. Все, хватит, получается. Тебя тут? Сколько?
6 подсолнухов. Хорошо. Неплохо, неплохо. Давайте последнее солнышко. Спасибо. Всё. Пусть пока что будет. Все, у нас уже 10 подсолнухов. Прекрасно. Ставим такого мамонта большого. Да, ну он не проблема, да, кабачок? Да, кабачок? Кабачок! 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 Баран! Баран, ты туп... Кабачок, реально, бакван. Бакван. Подвёл команду. Бакван. Подвёл свою команду. Ну, бакван. Что могу ещё сказать? Боже, мало солнышек учения. Надо больше. Еще нужно 4 подсолнуха поставить, чтобы было все чики-пуки. Уже 3 осталось. Но это не будешь просто так тратить. А, ну ладно. Ты будешь мешаться, я тебе говорю. Это не говорю, я ему отвечаю, он не будет мешаться жить. Так, еще 2 подсолнуха осталось. 3-я волна. Но это будет долгий уровень. Куда я поставил, боже? Ладно, пусть так будет. Если я так поставил, значит пусть так будет. Лишним, так сказать, не будет вообще. Хорошо уже. Нас говорили, подал тройных подсолнуха. Подсолнуха. Да-да, гаха стрела. Сколько солнышек. Ну, смотрите, они смогут перепрыгнуть. Они лохи. Оп. Спортсмены-то не такие спортсмены. Прыгать-то не могут высоко. Эх, вы, балбесы. Неудачники. Что могу еще сказать? Все, подсолнуха больше не расставляем. Хватит его. Их и так уже, боже, много. Это 9-й левел уже, кстати. Что мы быстро пошли сегодня. Я даже что-то не заметил. Блин, реально я не заметил, что мы так быстро пошли. Да, боже, игра затянула. Даже не заметил, как шло. Ну, в принципе, у нас все нормально. В принципе, я даже не против сюда туда доставлять. Почему бы нет, так сказать? Могу себе позволить. На первом году его уже покусали. Так, слегка.
25 мест то сунешь. Пожалуйста. Еще 25 и все. Ставим. Вторая волна. Значит, килочек меняем. Ну, адекватную. Местность. А знаете, конечно, ребят, может, если по своей неправильной, но... Просто много солнышек я бы поменяла. Сколько солнышек! Боже! Надо второй... Я тоже, кстати, продвигать. А, ну да, второй. Там видит. Ой, шипы сломал. Новые ставить надо. Ну ой, красота. Ну блин. То я на их острова это такая имба. Надо просто уметь правильно им пользоваться. А не обсирать его типа. Ой, много стоит, туда-сюда. Это имба, это имба. Давайте так еще тогда будем ставить. Почему бы нет? Все равно уже очень нас много потом. Давайте поменяем. Так. Все, окей. Все будет у нас волна. Перчики наготове. Вот самое опасное. Мы записку получаем. Сейчас будет у нас забив зомби, да, как понимаю, 10 левел. Погнали. Эти сет плент. Вау. Опять эта музыка имбовая. Ну это имба музыка, отвечаю, реально топчик. Пока что не буду, оставлю. Ну вот теперь-то мы можем тебе... А, нет, пока что не буду ставить. На этом бутончик просто. Класс. Давай. Бац. Да, зомби уже третий раз с нами хотят сделать жесткий забив, но всегда проигрывают, как бы. Зачем они меня просто на забив вызывать, если они вообще ничего не умеют делать? Просто ботики. Не, прям... Прям хорошо. Да, пеньки, конечно, классные, но... Блин, как я говорю... Это уже слишком... Так бы мы и те прошли без пенька, в принципе, вообще адекватно уровня. Нужен ли он нам вообще? Ну да, нужен.
Чё ты? Конечно же, он нам нужен. Зомби с ведром. Опасно. Капец, как опасно. Ещё перчик. Не будем тратить, не будем тратить. Так. Вот я уже будем сюда выставлять тогда. Волна началась. Падла взял, блин. А, ну зато у монетка хлеба нет. Ну, шипы сломал, это, конечно, вообще падла. Ладно, сейчас там. Где? Ну, ничего страшного. Блин. Да, он даже не успел. Он просто... У него голова просто отлетела. Тут просто даже... Паду просто падут. Без головы уже. Просто откинулись. Да он не успеет, он откинется. Все, пошел. Да, видите, смотри, голова отлетела. Так, монетку забираем. Пока что не будем тратить. Но он просто не успеет залететь. Он просто залетает, скажешь, голова отлетает. Да, просто голова сразу же отлетела. Ну, капец, конечно, сейчас разлетать. Но все уже не нужно. Сейчас попробуем расставлять. Вагончик. Уже вторая волна. Ну, мы тут уже, в принципе, все построили нормально. Да я не чувствую этих зомби, они вообще какие-то слабые, реально. Просто не чувствую. Это не зомби, это реально, это какие-то слабаки. Я их просто не чувствую. Ура, кабачок. Ура, кабачок. И кабачок. Этих уже просто так ставим. Просто так. Пусть едят. Наешьте уже. Хоть что делать, нет. Вообще хорошо, на, ребят. Мы их забираем. Нет, нам нужно очень много. Все, офигеть. Все, я готов. Просто по максималочке. Тут сжигаем, 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 сжигаем. И мы получаем новое растение. Маленький грибочек тоже, кстати, 0 стоит. Классно. Ну что, следующий эпизод мы придем. Следующая серия, сколько-то 10 уровней, да? Да, вот, как раз. Прям 5 уровней в следующей серии. Ну что, дорогие друзья, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!